Информация предоставлена компанией «Телетрейд». Доброго времени суток, дамы и господа! В первую очередь хочу всех поздравить с началом новой торговой недели, которая сулит нам новые тенденции и, естественно, новые прибыльные сделки. Итоги прошлой недели мы подводили в пятницу. Общая картина и настроение на рынке не изменились, а цены закрытия пятничных торгов только подтвердили текущую тенденцию. По рекомендациям на прошлой неделе наши клиенты заработали порядка 5000 долларов. Я уверена, что на этой неделе итоговый результат будет еще больше. А теперь краткий обзор того, что нас ждет на этой неделе. Сегодня понедельник, а следовательно движение будет не столь активное. Стоит обратить внимание на незавершенные продажи на рынке недвижимости США, о которых я упоминала ранее, уровень занятости Швейцарии и одобренные ипотечные кредиты Ассоциации британских банкиров. Показатель на данный момент достаточно весомый для национальной валюты. По нему ожидается небольшой рост. Во вторник и среду все внимание будет приковано к данным из Америки и Великобритании. Валютная пара, на которой они отразятся в первую очередь, британский фунт к американскому доллару. Если прогнозы экспертов оправдаются, то падение пары обеспечено, по крайней мере, в период торговой сессии. В четверг и пятницу большая активность будет наблюдаться в еврозоне, выход данных по ВВП Швейцарии и безработице Германии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индекс деловой активности, национальный индекс потребительских цен, уровень безработицы, промышленное производство – все эти сильные факторы развития экономики должны повлиять на японскую иену и подтолкнуть валютную пару доллар к японской иене к дальнейшему росту. Следите внимательно за этими новостями, зарабатывайте на изменении курса валют и помните, что каждый упущенный день – это упущенная прибыль. И хотелось бы напомнить вам о прохождении уникальной акции в компании «Телетрейд». На этой неделе компания дарит всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-0400. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. Сегодня на этом у меня все. Удачных вам торгов и приятных профитов. С вами была Екатерина Овечкина.